Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня на автомобиле Mazda 6 мы заменим подшипники генератора. Для этого мы снимем генератор. Снимем его через верх, не так, как обычно люди пытаются поддомкратить, открутить подушку двигателя. Мы снимем без снятия подушки. Подшипники гудят очень сильно, звук как у трактора. Сейчас я автомобиль уже заводить не буду, потому что сливаем масло с него. Приступаем. Снимаем генератор на Мазде. Снимаем его с помощью, вот я открутил 5 болтиков на 6. Снимаю кран с выпускного коллектора. Теперь откручиваем вот этот кронштейн, который закрывает от коллектора проводку, закрывает заднюю часть генератора. Снимаем ремень. Снял вот такой экран воздухозаборный с генератора. Крепится он на двух болтах. Одно здесь крепление и одно вот оно крепление. Здесь его выломали. То ли его не закрутили и оно отломалось, не дотянули. Но мы закрутим через большую шайбочку, чуть-чуть побольше. Крепится оно вот здесь, вот на этом кронштейне. Я думаю, что поможет. И еще хотел обратить ваше внимание на проводку. Немножко неправильно, ребята, кто делал генератор, проводку не одели на эту шпильку. Вот обратите внимание. И проводка лежит прямо на шкиву генератора. Сейчас свет возьму, сделаю. Вот она. И она уже потерлась здесь. Не знаю, сейчас посмотрю. Перетерла ее. Провода не перетерла. Да, провод перетерла. Как он еще не коротнул. Сейчас от... Очень забавно. Но вот эта вот маленькая оплошность может поджечь автомобиль. Это потому что плюсовой силовой провод на генератор. Очень надо быть внимательными. Продолжаем. Сейчас откручиваем. Здесь гаечка на 12. И отводим провод. Ну вот снял генератор. Вытащил его. При этом я не откручивал ни подушку двигателя, ни поддомкрачивал двигатель, ничего не делал. Я сверху снял экран с выпускного коллектора, снял экран воздухозаборник с генератора. Думал, может быть, придется вот этот воздухозаборник снять. Ну нет, не пришлось снимать. Вытащил его свободно вверх. Вот так вот за шкив потянул и вот немножко поводил, и все, ничего не мешает, он вышел нормально. Хотел обратить внимание, генератор уже ремонтировался, перетянули его, лопнула крышка с одной стороны, и делает вот, вот он такие звуки, при том подшипники ставили оригинальные. Представляете, какой звук на автомобиле был? Держу, звук с задней крышки идет, значит маленький подшипник кончился. Ну что, сейчас разбираем, смотрим. Откручиваем заднюю крышку вот эту. Откручиваем шкив. Здесь затянуто. Я пробовал сейчас зажать, пока не получается. Сейчас съезжу, оправки его сюда возьму под ремешок.
и откручу. Головочка здесь на 24. Откручиваем шкивок. Открутил шкив, зажал оправочками, ослабил гайку, но шкив стал, вал прокручиваться, якорь. Для этого я взял отверточку, здесь посмотрел, где можно вставить, чтобы не повредить. Вот в это отверстие вставил, заблокировал якорь и открутил гаечку до конца. Шкив здесь без шпонки, без всего, просто сидит ровно. Теперь мы откручиваем 4 этих болта, на головка на 8, и уже разбираем генератор. Очень сильно затянули для генератора, это сильно. Он немножко ослабил, трещина сошлась. Эти болтики мы потом откроем, а в принципе их можно сразу сейчас открутить. Так, придется их растукивать. Один пошел из 4, а те сейчас простучим. Так, не идет. Пошел. Это болтики держат шайбу прижимную, которая прижимает большой подшипник. Сейчас, когда крышку мы снимем, я покажу эту шайбу. Так, ну этот подшипник тоже в негодность пришел большой. Вот я боюсь, что его, наверное, не меняли. Вот она, шайба, которую подшипник прижимает.
которую те болты вкручивались. Здесь не забываем потом поставить вот эту шайбу. Разобрал генератор. Заблокировал я щетки, утопил их и сзади штифтом заблокировал, когда будем собирать, чтобы нам их не сломать. На якоре подшипник задний мертвый. Меняем. И большой подшипник тоже мертвый. Меняем. Подшипники будем использовать фирмы NSK. Вот такие маркировку в описании еще выложу. А так получается большой подшипник у нас 6303DDUCM. Вот такой вот подшипник. Маленький подшипник у нас здесь маркировка его большая. B885T12DDNCXMC. Ну вот, также его тоже выложу. Это вот он, маленький подшипник. Снимаем сейчас этот съемником, съемничек вот такой вот. Устанавливаем и вытаскиваем. Вот так вот сделал. Поставил съемничек. Головочку упер. И крутим. Подшипник сходит. Все, подшипник сошел. Ставим новый. Почистил коллектор маленько. Поставил новый подшипник. Бить его не надо, можно повредить. Лучше всего его задавить потихонечку. Я сделал это через головочку, десяточку. Вот так поставил на внутреннюю обойму и придавил. Опять же, придавил только до посадки. До места дошло, все, больше давить не надо. Теперь ставим вот этот подшипник сюда и закручиваем крышку. Поставил подшипник, затянул крышку. Берем заднюю крышку. Ладно, раз мы уже его вытащили. Подшипник заменил. Опускаем его. Опускаем крышку. Так, крышку нам надо... Соединяем. И как раз вот этот тот вариант, про который я и говорил. Не забываем ставить шайбу. Вот. Вот эта шайба стоит здесь.
так вот равномерно протягиваем, чтобы и не перетянуть, и подтянуть. Потихонечку, не сильно, почему я его обстукиваю, чтобы обмотка равномерно прилегла, чтобы его не затягивать, не тянуть, и вот таких вот не делать вещей. Все, проверяем, смотрим, все нормально. И уже подтягиваем. Так, ну. Все, этого достаточно. Теперь берем, вытергиваем, вот щетки отщелкнули и проверяем. Шелестят только щетки. Так. Ставим шкив. И гаечку. Кстати, сделаем, наверное, чтобы гаечка помягче крутилась. Почему она здесь так? А, резьба побитая. На валу резьбу повредили. Я не знаю, что они с ним делали. С одной стороны нормально, с другой стороны побита резьба. Вот поэтому он и откручивался у нас. Неважно. Сейчас надфилем поправлю маленько резьбу. Гайка будет хорошо закручиваться. Поправил я маленько резьбу. Ставим шкив и закручиваем гайку. Вот гайка практически полностью затянулась. Сейчас фиксируем ее. Так. И затягиваем. Все. Вот наш генератор. Вот так он работает. Нету шумов. Только щеточки маленько шелестят. Все. Генератор мы перебрали. Устанавливаем генератор на место. Для этого мы отводим сюда проводку и опускаем генератор вниз. Без усилия, без всего, покручивая. Помню, как я его вытащил. Вот так вот его. Теперь подключаем на нем разъем и будем прикручивать. Но для этого мы сейчас заизолируем
где у нас протерло проводку. Заживил генератор, прикрутил плюсовой провод и под плюсовым проводом снизу одел разъем. Теперь закручиваем два болта, так как один был сорван, шпильку открутить я не смог, это надо будет делать на снятом блоке. Ну, в принципе, тут достаточно двух креплений. Два крепления держит нормально. Затягиваем. Теперь одеваем ремешок. Все, генератор затянули, ремень установили. Теперь ставим воздухозаборник. Экран. Теперь ставим экран. Ну все, экран установили, крепим проводку вот здесь. Генератор мы заменили, все закрепили. Всего вам доброго!